Скажи папочке Дане, чтобы подарил тебе свободу. Скажи Дане, чтобы он отпустил тебя. Старина Джонни! Я тебя, конечно, уважаю, но мы должны будем подраться. Не здесь, конечно, но рано или поздно это должно случиться. Эй, да тебя ведь дым на горизонте испугал. Ты увидел дым и не захотел огня? О нет, ты знаешь, что я не боюсь огня. Настоящий король только один. Что? Настоящий король только один. Слушай, я тебя, конечно, уважаю, но ни от какого дыма я не убегал. Я хотел подраться, и ты это знаешь. Ты прекрасно это знаешь. Я всегда был королем. Я всегда был королем. С самого первого дня. Королем я и умру. Да, в полутяжелом. А в тяжелом ты уж прости. Проверим. Мы бы могли проверить, но ты ушел. О нет, я ждал тебя целых 3 года. Мне надо было набрать вес, чтобы надрать тебе зад. Что? Надо было набрать вес, чтобы надрать тебе зад. Набрать вес, чтобы надрать мне зад? Да. На это у тебя ушло 3 года. Если бы мы подрались 3 года назад, то не возникло бы никаких вопросов. Слишком долго ты собирался. Тебе потребовалось время, но, как вижу, вес ты набрал. Как у тебя дела с борьбой? Да все хорошо. Знаешь, я тебя уважаю. Не позволяем тебе недоплачивать. Не позволяем делать из тебя рабочую лошадку. Это да, это да. Не позволяем себя обкрадывать. Договорились? Я всегда хотел подраться с тобой. Мне предлагали других, а я хотел надрать твой зад. Ну, чтобы надрать мой зад, тебе придется научиться бороться. Об этом не переживай, с этим у меня все хорошо. Тебе придется научиться джиу-джитсу. Ну да, на это потребуется больше года. Ну, ждал я тебя уж точно больше года. Так ведь? Ну все, мое почтение. Удачи, Франсис. До встречи.